Собирайтесь, ребята! У нас призыв о помощи! Седлайте своих коней и... У нас до сих пор нет стальных коней. Прошло уже больше 2 недель. Наверное, результат стоит ожидания. Горд! Ладно, ладно, я закончил. А сейчас смею представить вам наши новые, усовершенствованные стальные кони! Ух ты! Но они выглядят точно так же! Да, может, снаружи. Но погодите, я продемонстрирую их возможности. Мы вообще-то торопимся. Просто скажи. Нет. Произведение искусства заслуживает соответствующей презентации. И это будет потрясающе! Вы, наверное, куб. В былые времена я бы обратился к твоему отцу. Меня тут долго не было. Но ты, вероятно, знаешь, что делать. И какая у вас проблема? Забрел в пустыню 2 дня назад. Жестоко избит, не ориентировался, когда мы его нашли. Кого нашли? Его. Доктор Блэк? Модернизация. Он появился из пустыни. Ни бластера, ни механизмов, ничего. Вероятно, сюда его направил клан теней. Он бродил больше 2 недель. Я поверить не могу. Мы его поймали? В практическом плане нет. Ба! Нет времени на практические штучки. Будет написана эпическая поэма о том дне, когда Бронто схватил самого ужасного негодяя всей Слагтерры и покорил его. Вы не имеете права задерживать меня. Я Шейн, и вы заплатите за свои преступления. Я дам вам еще один шанс освободить меня, или последствия неминуемы. По-моему, вы забываете, кто здесь одержал верх. Правда? А? Флоперы? Нам преследовать его? Это не имеет значения. Возможно, он уже вызвал подкрепление. Куб? Я не жалую доктора Блэка, он вызывает у меня омерзение. Но я люблю эту пещеру. Если тут появится много народу, будет война. Вы свое сделали. Если начнется заварушка, мы справимся. Доктор Блэк не может оставаться здесь, Элай. Переправим его в безопасное место. Да, но все-таки, как разумеется, для нас предпочтительнее, чтобы он оставался здесь, за этими решетками. Тогда, может, следует прихватить и решетки? Ага, вот так хорошо. Доктор Блэк... надежно заперт сзади, а Бронто-победитель в безопасности здесь. Ха-ха. Начинает путешествие. Погодите, а куда мы его везем? Хороший вопрос. Изоляция Блэка может много изменить, если он будет в плену. А как же сталагмит 17? Говорят, его укрепили с тех пор, как мы отвоевали его у господина Субботы. Подходящая тюрьма для Блэка, если его туда доставят. Туда мы и направляемся. Надеюсь, мы успеем, пока охранник Блэка не предупредил. Слухи распространяются быстро. Действительно. Ah!
сказать насчет этих штучек с конями? Они потрясающие, вы еще увидите! Я не опережаю грандиозную премьеру, но мы в безвыходной ситуации! Это достойно ожидания, поверьте мне! Просто, как и все любят драматические эффекты! Ну, давай же, порт! Пока нет. Нам нужно пространство. Еще пространство? Итак, прежде чем вы проверите мои потрясающие новомодные штучки, вы захотите надеть это. Чудесно! Внимание! Всем нажать на зеленые кнопки. О, у нас есть зеленые кнопки? Да, есть зеленые кнопки. Вау! Потрясающе! Безумие! Хотите знать мое мнение? Очень популярные поездки. Давай трансформируйся, груда металла! Не могли сделать это раньше. Пришлось дожидаться открытого пространства. Ты что? Мы их выкурили! Корт, ты гений! У-ху! Ага, смотрите, необыкновенное мастерство! Спокойнее, Фронта! Нам надо довести его живым и невредимым! Если вы считаете, что таким образом выторгуете у меня пощаду, то ошибаетесь! Что? Я сказал! Вы ошибаетесь, если думаете! Что? Вы ошибаетесь, если... Я обещал вас довести в целости и сохранности, но это не значит, что мы будем вас слушать! Кто-то нас догоняет! Ты знаешь, что это? Нет, но я долго работал над модернизацией механизмов, так как слышал, что Блэк вербует талантливых инженеров для какой-то супермашины. И если не ошибаюсь, это... Она называется Титан. И вы скоро узнаете, на что она способна. Я буду сопровождать доктора Блэка. О, Квентин! В конце концов, такой человек заслуживает комфортной поездки. Последнее его изобретение нас чуть не погубило. Он набирает скорость с любого места. Знаешь слухи, Берби? Чем они больше, тем неуязвимее. О, это плохо. От этой штуки используем двуствольный бластер. Без проблем. У меня есть парочка идеальных слагов для... Банго! Он в порядке, но я не могу без него произвести нужную мне реакцию синтеза.
Предпочитай при спасении остаться живым. Простите, сэр. Ты набрал этот мусор. Эй, следи за выражениями. Не слушай его, Уайт. Еще никому не удавалось перепрыгнуть каньон Кобры и выжить. Ни у кого до сих пор не было таких стальных коней. Держитесь крепче за шлемы! Это безумие! Я ни о чем не жалею! Вытащи нас из этого месива, крот! Сэр! Да, сэр! Видите? Не о чем беспокоиться! Признайтесь, супернаука все же вас одолела. Уверен, писатели готовы воспеть этот день, но я не думал, что именно в этот день фронта постигнет безвременная кончина. Ты молодец, Перпи. Прицельный удар! Танцуй, Лай! Танцуй? Эти твои усовершенствования помогли нам преодолеть каньон! Танцуй ты, Егор! Хвала кротообразному, который сумел перехитрить Титана! Как об этом напишут? Удивительная история. Но Квентина не было намерения вас поймать. Он загонял вас. Как Скотт! Жмите на тормоза! Квентин заманил нас в засаду! Ладно, ты, я и Корт отвлечем их, а Пронто в это время прорвется с Блэком! Фронта, не останавливайся, пока не доберешься до сталагмита 17. Остальные будут отвлекать их от тебя. Привет. А? Так кто? Потише, друг.
Пора в дорогу. Двое против фронта? Шансы невелики? Для тебя! Отличный выстрел, Трикси! Ага. Бронто ждет, не дождется, когда писатели будут слагать легенды о его героических действиях. Конец истории, кротообразный. Финишная линия. Крак. Нет! Кажется, мне придется самому заняться бандой Шейна. Нет, великолепно. Не хотите поблагодарить меня или как? Что бы ты ни делал, жми на педали! Что? Пора пройти новое испытание, Берди. Разобрать эти камни! Потрясающе! Берпи, надо же! Ну как? Может, быстрая поездка как-то увеличила скорость твоего бластера? Это могло изменить и скоростные морфы Берпи. Я бы сказал, сейчас он мегаморф. Проведем урок естествознания позже? Мы в ловушке! Ничего подобного! Нет! Это безумие! Мы не успели преодолеть каньон Кобры, а этот путь еще длиннее! Доверьтесь мне! Сейчас, Корт! Пока-пока тебе! Переведите на режим планера! Счастливое избавление! Вы это видели? Нужно было бежать, когда у вас был шанс. Друг, ты боишься Титана? Я все равно одолею все механизмы, созданные Квентином. То
только бы скорости хватило. Сейчас! И потом тебе напишут промто: завоеватель делал невозможное не раз, а дважды. В день, когда перелетел через каньон Кобры и предал справедливому наказанию могущественного доктора Блэка. Странные ощущения. Мы доставили Блэка. Все кончено. Надеюсь. Друг, а что может случиться? Не волнуйся, варвары ни за что не вытащат его из сталагмита 17. Вы одержали победу над моими нынешними слугами. Но поверьте мне, вы не представляете, что будет. Слактера. Автор идеи Азаф Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаб Фрипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Кун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2000.